Путешествуя по Содружеству, встретил человечка, который жаловался на то, что отравился консервами. Он мне дал наколочку, где находится консервный заводик. Я решил дойти и посмотреть. Заодно мы сейчас узнаем, где находится убежище номер 81. I'm only selling the meat you people bring me. I'm busy. Hold up. If there's something wrong with it, it's your own damn fault. Oh, so now it's my fault? Forget it. The deal's off. You want to sell your product to the people out there? Then you can get out there and do it your damn self. What? Hey, come on. Fine. Leave. You'll be back. This is disgusting. Why would you ever put meat into a can? Производство Крутокрыкс. Рад Скорпион. Welcome to have a look. Рад Олень. Собачья. It isn't safe down there. Интересно. То есть они все подряд туда засовывают. Сейчас обследуем этот консервный заводик. С женщиной-торговцем мы побеседуем позже. Кстати. Make that thing for you a drink, and I'll be impressed. Ох ты, байки торговца Джак Тарник. Прекрасно. Более низкая цена товаров. Hell yeah. Пупс обмен. Цены 5% у торговцев. I think we're the first people to set foot here in quite a while. Пойдем поглядим, что там внизу в подвале. И почему это мне туда нельзя было ходить. Local elevator controls disabled by system administrator. Пульт управления. Санитария ползает. Крутокрысы. Собачатина. Ротараканы. Интересно. Словами. Ох ты ж. Whoa. You hear that? Over there. Get him. Oh.
ghost in us. Can we quit sucking down rads? Making me feel like crap. Обожает свою работу, да я ведь не так. Еще много может быть. Так. Погнали. Направо или налево? Отлично. Нет, не сюда. Сюда. Ага, понял где. Там, где гули держали. Так, тут заминировано. Отлично. Вот еще. Отлично. Вот еще. Так. Упс.
told you to stay out of the basement. Now that you know my little secret, I'll just have to kill you. Давай, рискни. I found you. Роботы убежали и могут быть опасны.